Эти выборы значительно отличаются от предыдущих, и выборы президента, и Государственной Думы, и особенно тех выборов, которыми мы прославились на всю страну, это выборы в Узловой. И здесь надо признать и сказать, наверное, спасибо и губернатору, и тем людям, которые занимались, действительно постарались организовать более-менее как бы честный процесс, и были задачи поставлены муниципалитетам, территориальным комиссиям, чтобы постараться не злить людей и провести все честно. Ну, понятно, на местах не всегда бывает так, как ставятся задачи, поэтому все равно те люди, которые привыкли там воровать и нарушать закон, у них просто руки чешутся, ну не могут они, чтобы совсем хоть где-то не украсть и хоть где-то не нагадить. Поэтому, конечно же, были моменты, где действительно были нарушения и действительно стоит об этом говорить. Но в целом, еще раз хочу подчеркнуть, компания достаточно честная, достаточно прозрачная. Тем самым успокоились и политические партии, и кандидаты, и, наверное, люди, потому что все-таки вот та отвратность к выборам, которые показали последние трое выборов, говорит, что люди просто не хотят идти на выборы. Вот сегодняшние выборы все-таки, наверное, какое-то доверие к выборам на себя опять взяли, хотя, возможно, это очередная уловка для того, чтобы выборы в областную думу немножечко успокоить людей и опять начать, как говорится, пускаться во все тяжкие. Но будем надеяться на лучшее. Еще раз подчеркну, что все-таки вот действительно были задачи поставлены руководством области, и эти задачи практически везде были выполнены. Богдан Сергеевич, вы говорили о фальсификации, да, о воровстве. Можете какие-то более серьезные нарушения привести в пример, вот именно вот эти? Ну, серьезные примеры. Конкретно в Новомосковске, когда члены комиссии выходили с переносной урны вместе с нашими наблюдателями, то граждане, которым приходили комиссии с переносной урны, говорят: слушайте, а к нам уже пришла какая-то урна переносная, нам показывали пальцем, за кого голосовать, мы эти бюллетени все отдали, то есть где эта урна, куда она пойдет, где ее ловить. Яркий момент, отрицательный. Был на одном из участков избит наш член комиссии с правом совещательного голоса. Приехала милиция, четверо молодчиков, как он рассказывает, его избили, потому что одному из членов комиссии он постоянно говорил: вы что тут агитируете, вы говорите, за кого голосовать. Потом, когда она перестала говорить, за кого голосовать, а показывала пальцем на одну из граф, сами понимаете, какую. Вот. Он говорит: вы что творите, вы что себе позволяете? Она говорит: ты сейчас у меня договоришься, я тебе устрою. После этого пришли четверо ребят, выволокли его на улицу, и он был избит. Вот. Другой момент в выборных кампаниях, но я уже не говорю о той грязи, которая была в газете. Совершенно случайным образом там была не затронута партия «Единая Россия». Ну, наверное, как-то вот во всех газетах всех мочили, кроме этой партии. Жуткая грязь на муниципальных выборах, вообще такого не было никогда. То есть вот эта грязь, она, это удел более таких вот, ну, серьезных выборов, выборов в Государственную Думу, там, областную, губернатора и так далее. Но чтобы муниципалитеты опускались до такого, вот на моей практике это впервые. Еще один момент, были вкладыши в паспорт розданы, особенно пожилое поколение очень сильно на это как бы велось, но не то, что это выборный такой ход, там был вкладыш в паспорт, образец заполнения бюллетеня, и написано, что бюллетень, заполненный иным образом, считается недействительным, это без выходных данных, это в конверте приносилось избирателям, с телефончиком потом позвонить, не знаю, возможно, за это что-то получить, какое-то вознаграждение. И люди приходили, возьми с собой на избирательный участок, и люди приходили вот с этой вот бумажечкой, со вкладышем в паспорт. Ой,
где тут, вот дайте мне, вот как тут я проголосую. У нашего кандидата бабушка пришла голосовать за него, проголосовала по этой бумажке. Старенькая, пожилая, недопонимающая. То есть людей всячески обманывают, всячески пытаются ввести в заблуждение, чтобы любой ценой сделать результат незаконно, незаконным образом. Также были моменты подкупа, раздачи картошки, гречки там и так далее, и так далее. Понятно, что это занималась эта одна партия. То есть они получили команду жестко не вбрасывать на участках, не выкидывать никого из избирательных комиссий, вот, чтобы не было такого вот шума и ажиотажа, который был на всю страну после узловой. Другими способами, незаметными, делать результат. Но все равно не смогли, вот по Новомосковску результат Единой России 44%, там в Веневе еще меньше. Вы сказали, то есть, вот одна партия, давайте уточним, как правильно. Если говорить о партии, которая не была использована в грязных вот этих вот информационных листах, то есть трогали КПРФ, трогали пенсионеров, трогали там где-то Яблоко, Родину, не трогали Единую Россию. То есть почему, как бы вот, ну мы все... А как вот вы думаете, то, что у нас губернатор является членом этой партии, партии власти, это как-то повлияло на результаты выборов? Повлияло то, что губернатор, являясь членом этой партии, являясь губернатором, все-таки настаивал на том, чтобы выборы были честные. А на местах уже отвязные чиновники, руководители, тики и так далее, которые, у которых уже инстинкт украсть и приписать, они поступали где-то по-другому. Хотя частично я говорю, что они все-таки задачу эту выполняли. Выполняли. Действительно, и наши наблюдатели, и мы сами проехали кучу участков, вот, слушай, ну все тихо, все спокойно, но пошли другие технологии. Пошли другие закулисные технологии. То есть нет вот этой раскачки, как в узловой, четыре милиционера выкидывали с участка. До этого не было. Было все тихо, предлагали попейте чайку, да вы присядьте в списки, дайте вам списки. Что хотите. Любой каприз, вот абсолютно. Владимир Сергеевич, вот по поводу избитого наблюдателя, согласитесь, история вот непонятна, потому что я лично присутствовала там после избиения, да? Ситуация как развивалась? Председатель УИКа вызвала сотрудников полиции, да, дабы, ну, чтобы они разобрались в сложившейся ситуации. Молодой человек, я с ним общалась до этого, и по приезду сотрудников полиции сначала отказалась им давать показания, да, там соответствующая статья, да, по которой он имеет это право, но дальше разбирательств никаких не будет. Говорил о том, что он это сделает после того, как снимут побои. Я лично на нем побоев не увидела, несмотря на то, что 4 человека его избили, да. Но потом он отказался снимать эти побои, и в итоге даже заявления никакого не поступило. Странная ситуация, это, когда так происходило, заявления были. Может быть такое, что это пиар-акция и камень в огород «Единая Россия»? Понимаете, всю пиар-акцию делается, вся пиар-акция делается до выборов. Во время выборов делать какую-то пиар-акцию, даже там «Единой России», там нам, любой другой партии, ну это бессмысленно. Вы же знаете, что такое выборы. Там каждая секунда дорога, некогда даже вот поесть. Иногда телефон буквально разряжается за полдня, потому что идут бесконечные звонки. Ну какая пиар-акция? Ну кто будет думать об этом? Тут задача проехать как можно больше участков, посмотреть, все ли есть наблюдатели, есть ли нарушения. С участков звонят, приедьте к нам, посмотрите. Смотрите. Поэтому ну, это никто не мог сделать. Ни одна... Да вы знаете, нет, нет. Я как бы осознанно не поехал на вот эту разборку, потому что там были кандидаты, там были доверенные лица. Я находился на том участке, где по заявлению наблюдателя тоже был вброс там в переносную урну. Поэтому внимание-то не отвлекли. Кроме нас есть куча людей в штабе, которые занимаются другими делами. Да, мы послали несколько человек, послали свою пресс-службу тоже, чтобы все это дело выяснили. Здесь абсолютно нет, даже никакая другая партия не будет делать пиар-акцию в день голосования. Задачи другие у всех. Еще вопрос по Богородицкому району, поселок, что не такой там? Бегичевский. 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 Да. Бегичевский даже, да. Когда произошла ситуация с подменой голосов,
да? Вот вам что-нибудь об этом известно, когда два кандидата от «Единой России» им поменяли количество голосов и якобы сделали акцент на той, на которую больше надежд, которая лучше справится. Вот как вы можете это прокомментировать? Действительно, есть ли смысл, когда два кандидата от одной партии? Ну, один, я так понимаю, был самовыдвиженцем, а другой был от партии. Ну, какие комментарии могут быть, если вообще это нарушение закона? Как можно что-то менять за одного или за другого кандидата? То есть, понятно, все сориентировались по ситуации. Нужен был, допустим, тот кандидат. Этого кандидата выдвинули, вроде как обещали, вроде как тоже члены их партии. Поэтому открыто кидать просто, наверное, не захотели. Сделали все красиво. Ну, я не знаю. Я глубины не знаю, но, на мой взгляд, все-таки, по-любому, афера какая-то. Ну как, зачем менять? Вот есть волеизъявление избирателей. Это самое главное для всех. Но если это нарушение закона, то следует ожидать дальнейшего разбирательства, да, я так понимаю? Да, разбирательства после каждых выборов, конечно же. Мы пишем кучу жалоб. В этот раз меньше, еще раз говорю, вот подчеркну, меньше жалоб, меньше нарушений в разы. Вот в разы, в десятки, прям вот это вот смело. Ну, конечно же, они есть, конечно, пишем. Но нам приходят ответы настолько циничные и глупые, и даже иногда издевательские. Вот хочу привести также пример, когда были выборы в Госдуму в Новомосковске, когда нам поставили подменных наблюдателей, выборы назначили 6, назначили подменных наблюдателей, то есть приходит наш наблюдатель там без 15-6 с направлением, а на этом же участке сидит с направлением мальчик, который вообще не имеет никакого отношения, ну направление наше, там роспись, там все это делается на оргтехнике. И мы начинаем разбираться на всех участках, по всему городу, начинаем разбираться откуда. Оказывается, собирали в библиотеке, дали направление, дали денег, сказали, ну вы если что-то увидите, вы сидите молча, ничего не делаете. Один там возмутился, подождите, мы же наблюдатели от КПРФ, как ничего не делаете? Так, вы нам не нужны, оставайте те, которые молчат. И когда мы написали в прокуратуру, в органы, что вот так и так, в библиотеке, такого числа, во столько-то, во столько-то, был инструктаж, нам приходит ответ оттуда, что товарищ Змеева, руководитель библиотеки, вот, поясняет, что такого числа, во столько-то, в библиотеке, то мероприятие, о котором вы говорите, инструктаж, она не знает, что оно проходило, потому что она не знает. Вот дословно, я вам говорю, нам прислали такой ответ сотрудники. Она не знает, потому что она не знает. То есть во сколько, прям там пишет, такого числа во столько-то, она по существу поясняет следующее. Она не знает, потому что она не знает. Все, ну это бред вообще, вы понимаете? Это сотрудники полиции нам отвечают официально, на бланке, с печатью.